have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в тунике, вот в этой вот камере. О, а тут у нас сундучок. Три редиска клубники. Ну, какие-то звуки. Я не хочу проверять, кто... О! Я не пойму, кто это. Ну, теперь ладно, уже никто. Ясно, кто это. Это черепа вот эти летающие. А тут разве нет камеры? То есть по логике там тоже должна быть камера. О, это заберу. А это случайно не... Да, это еще один на очки здоровья. То есть, в принципе, теперь денег нужно просто 100-500 тысяч. Зачем я это сделал? Может, эта штука мне очки магии повышает? Ну-ка. Да, это работает. Ёлки-палки. То есть мне придется ходить по старому миру и все серваки так перезагружать. Хотели за ящичка, за этими забочками спрятать от меня ящик. Монета. Так, может быть, будет время, когда я разберусь и с этим тоже. На самом деле, да, все непонятно, все то, но такой кайф, когда начинаешь понимать что-то в этом всем. Дружище, ну тебе это не надо, успокойся. Просто, ну вот не твое. Стойте! В том месте, где у нас голуби сидели, там же 4 сервака нужно активировать для того, чтобы, видимо, в центре сработала эта печать. О, туда нам тоже обязательно надо будет сходить. Я не знаю, почему я сюда пошел. Туда ведь тоже можно. О, бумажечка. Почему я каждый раз спрашиваю, хочу, не хочу? Так. Что-то огромное, темное. Причем библиотекарь в соборе. 35-е. А 35-е это у нас, кстати, жабий вот этот вот. Вон где зеленое! Вон как ту дверь-то открыть теперь, да? Это получается, мне опять жабий домен надо будет идти. Понял. Одно скрыто под землей. Это вот как раз про жабий домен мне, видимо, говорили. Придется туда возвращаться. Хорошо. Понял. 5 бутылок манны? Чего это? Стоп. Оно теперь у меня отображается на карте. То есть вот тут у меня вот эта зеленая штука появилась. Здесь это, видимо, это вот 4 сервака, которые мне надо будет загрузить, чтобы открыться в середине что? Наверное, какой-то портал в небо, насколько я понимаю. Видите? 33-е показано. Вот эти вот серваки. Показана вот эта штука, что типа 1, 2, 3, 4. Так, ладно. О. Вот эти вот желтые фигни. Вот что меня интересует. Ладно. Вот где я сейчас. Окей. Это я вот этот сервак включил. Вот этот включил.
и полез под землю, да? Там скоро костер будет. Да, это костер. Тут, кстати, их два. Вот тут перебито питание, вот тут перебито питание. Угу. Включив, наверное, вот эти два сервака, я смогу попасть к вот этой фиговине здоровой. Это совсем не здорово. Так, хорошо. Моя примерно понимать. Так, а вышел я отсюда? А тут ничего больше нет, да? Да, хорошо. Ну-ка. Да, я тут все разбил. Там их двое. Тут вообще другая локация, как... То, извините. Вот эта дверь, вот эти два сервака. Я вас понял. А отсюда я пройти никуда не могу? Нет, отсюда я могу только стрелять. Кстати, неплохая идея. Вот это костер, но который нужно оживить. Так я понимаю. То есть померло, да. А тут я пройти никак не могу. Тут тоже есть магазин. О, тут есть вот эта штука. Я не знаю, правда, что она делает. 150? Нет. Это вот эти лисята. Я без понятия, что... Может, это какой-то... Ну, как бы да, но... Так, 83 монеты. Ладно, тут есть магазин. Загрузите меня, пожалуйста. Пойдем отпечатывать сервак. А, я внизу тут могу спуститься. Но там есть чуваки сверху. Мне их оставлять не резон, потому что они будут меня гнобить. Поэтому мне проще вот так сделать. Нужно прыгать. Это, как, кстати, как в Enter the Gungeon. Если ты загорелся, нужно прыгнуть, прыгать, чтобы потушиться. Блин, это что-то большое, погоди. То есть вот это какие-то ложки? Стоп. Зачем я это сделал? Она считывается. Его нужно на выпадах ловить. А там ничего нет? Да, это вот эти синие штуки восстанавливают ману, я только что увидел. Окей, то есть ману можно тратить, так как она восстанавливается и вне костра. Получается, это мы сейчас подключаем. Это мне, кстати, тоже дало ману. У нас активировалась точка сохранения. Нужно ли оно мне? Я думаю, да, возьму. Честно, я уже забыл, как отсюда выбираться. А вот эта часть, она открыта? Где я? А, я на... Стой! Не, мне сюда! Мне надо, пожалуйста!
Там мост. Нет! Это вот этот чувак, которого я в прошлый раз к себе притянул. Так, надо пожрать. Надо, чтобы оно прям в этом было. Погодите, тогда я что-то не понимаю. Мост же сверху открывается? Сверху. Так, чувак, не дури. Я превратился в чертову лягушку. Там... Тут можно пройти... Гори, тварь. Неплохо это работает. А как мне наверх? Нет, магия, магия. Спасибо. Чуть-чуть восстановил. Там их двое. Погодите, куда я иду? Что будет? Чувак, мы с тобой лично поговорим. Это мне нравится, это мне нравится. Поджигать их, они весело так горят. Вот, да, немножечко магии мы восстанавливаем себе. Куда я иду? Зачем? Вообще ж не туда шел. Игра, ха-ха-ха, прекрати. А, там что-то есть. Я что-то давно себе ничего не менял, получается. У меня есть... Что, вот это вот только что получил, да? Что оно делает? Офиг его знает. Ну, типа, есть и есть. Ладно, попробуем. Я понимаю, что это какие-то или... Я не знаю, вряд ли это полностью бафы. Я думаю, что, возможно, оно дает какие-то бонусы, но при этом что-то у тебя забирает, да? Здесь покоится настоящий герой. То, простите? А можно было и так? А? Офигеть. А? Офигеть. И что? Мне их нужно активировать все. А, может быть, здесь? Стой. Не, здесь это не работает. Здесь, кстати, смотрите, все мои жизни, все это серое, потому что я нахожусь в бестелесной оболочке. Ну, типа, от каждой ступеньки, от каждой вот этих лестнички, балкончика есть какой-то бонус определенный. Тут, например, цветочек, там грибочек, там тот все. А как это взять?
Я не знаю, то есть я понял, как сюда попасть, я теперь вот этой штукой буду везде пробовать телепортироваться. Но я не понял, как это взять. Нужно будет попробовать на остальных могилах героя. То есть получается их 6, по идее. Офигеть. Игра, ты чё? Нельзя так с людьми поступать. Игра, прекрати. Как мне наверх попасть? Возможно, мне как-то с той стороны можно будет наверх попасть, а? Что думаете? Мне кажется, да. И это как раз и будет наш шорткат потом, потому что сейчас я сюда никак не попаду. Вот эта штука, я же никак не намедитирую сейчас, ну-ка. Да, к ней перебита артерия, к ней артерия идет только со второй стороны. Получается. Баганутый чувак. Получается, что мне как-то... А, ну даже в рабочем состоянии относительно... Несмотря на то, что разбито. Ах вы твари! Да больно же, наверное. Слушай, прекрати. Я на вас и магию трачу, видите ли. Хорошо, 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 ребят. Подождите, я сейчас сверху приду. Мы сейчас с вами договоримся, стойте. Ну чё, теперь веселее? Угу. Дурачок, чок-чок! Мертвячок, чок-чок. Оп-оп-оп, я понял, я понял. Спамера, кстати, убил. Давай, чувака. Так, хорош, хорош, тушимся. До свидания. А ты там ничего не охранял случайно, дружище? Там никакого случайно. Вот я сейчас подойду, а оно откроется, что вон туда можно прыгнуть. Нет, такого не будет. Моё дай. Спасибо. Вот. Это я что делаю? Это я шорткат себе делаю сюда. Ну, хорошо. А вот это уже меня ведет наверх. Вот, 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 вот. Все, теперь все стало... Сам виноват, подпалил себя, придурок. Ай, не то. Я случайно. А, это прям держать-держать надо. Его надо напитывать силой, аж пока он не загорится. И теперь откроется мост, и теперь откроются ступеньки. И теперь можно будет вот эту вот штуку активировать, да?
Я вас понял. Но! Там поверху можно было еще пройти. Причем, по-моему, в два места... Нет, ну хотя бы сюда можно было за сундучком пройти. Ягодки. И есть еще порох в пороховицах-то. И ягодки в ягодицах. Кусты горят, мне это нравится, это прикольно. Нет, тут дальше все-таки не пройдешь. Окей, меня в принципе устраивает такой шорткат. Мы тут очень близко к могиле героя, то есть просто от спауна перешел мост и пошел туда дальше, и все, и ты там. Можно даже игнорить вот этих дурачков, вот тут вот пробежать и оказаться вон там, и все. Делать я этого сейчас, конечно же, не буду. У меня последняя банка осталась. Вообще не фан. Тогда. А, и у нас еще к тому же два... Нет, это окончательно померло. Хорошо. Как минимум, вон там, за стеночкой, у нас есть еще, еще один костерок. Ах ты ж. Больно, тварь. Больно, говорю. Понимаешь ты это, не понимаешь. Давайте сначала все ящички. Оп-оп-оп, магия, магия. Я каждый раз про это забываю. Все бочечки вот эти по размеру. Что у нас по деньгам? 564, кстати, мы можем пойти качнуть что-нибудь. А если повезет, то может быть даже два раза качнуть. Можно ОЗ-шку и ОМ-ку качнуть. Так, активируем серваки. Магия, магия. И вот этот активируем. Я просто без хилок остался. Вот в чем прикол-то. Если там сейчас босс... Я практически уверен, что там сейчас босс. Я, наверное, предпочту сейчас вот что сделать. Погодите. Я хочу потратить все свои деньги на... О, очки... верткости? Очки магии, очки здоровья. 250 и 350. Это гораздо больше, чем мне хотелось бы потратить. Хорошо, очки здоровья возьму. Здоровье третье и два в запасе. Триста. Я могу еще один закатить, прикиньте. Да, давайте, мне пофиг. Если терять деньги. Я себе начал четвертый столбик очков здоровья этот не тратить, а поднимать. У меня, кстати, динамита сейчас плюс 2. Значит, я где-то понял уже две странички из того, что мне пытаются сказать. Почему именно динамит мне дают бесплатно? Ну, ладно, такое дело. Так, защита 4. Далее 1000. Зелье. А, это чтобы зельки хорошо останавливали. Значит, атака 4, защита 4. Очки здоровья 4. Очки выносливости, очки магии. По двоечке. Ну, тут есть 350, надо дофига. Тут 400, это еще больше. И тут 350. Причем тут 350 нужно на третье, а тут на пятое. Прикиньте, да? На размах. Деньги я буду собирать.
Вот на этих сейчас я, ребятах, не буду напрягаться, потому что, ну, вас нафиг. Итак, что нас тут ждет? Внутри восточного хранилища. Вот, на вот этой желтой фигне хочу... Хотя, знаете что? Вот что я хочу. Идите нафиг. Тут есть сейф. Давайте вот тут проверим. Да, это так работает. Это сраные телепорты. Да? Погоди. Это фаст-тревелы такие? У меня их открыто 4. А наверху что? Нет, 5, смотрите. То есть, получается, желтые блямбы — это фаст-тревелы. Это куда? Они не подписаны, ни один из них. Что происходит? Тут просто огромный меч висит. Ну, то есть я пришел, и тут тупо висит огромный меч. Я не знаю, как еще с этими астральными вещами общаться, потому что... Я уже второй раз попадаю в астральный мир, пытаюсь тут что-то сделать, но это не срабатывает. Хорошо, это центральная, она меня перенесла сюда. Ты куда? Извини, чувак. Это я попал на Central Hub, да? Я понял. Тогда... Значит, крайняя правая — это Central Hub. Это у нас... Самое центральное — это к мечу. Ты куда? О, это нас к четырем сервакам перекинуло. Кстати, да, круто. Можно будет и сюда сходить потом. Это очень удобно. Нижняя — это 4 сервака. Осталось узнать, куда вон та верхняя ведет. Опять вот эта дверь с пятнашками, видите? Очень странное место. Вот этого я пока не понимаю. Окей. В принципе, понятно. Вот это у нас какое-то непонятное место. В середине у нас какое-то непонятное место с мечом. Остальные три хаба вполне понятны. Ну, три портала. Мне кажется, что я также видел... Ладно, тут у нас что? Блин, там что-то можно было. Но что-то очень красное и опасное. Сюда можно что-то принести, воткнуть, наверное, и тогда вылезет что-то большое и страшное. И тогда уже ты пожалеешь о том, что ты куда-то что-то воткнул, но будет уже поздно. Вот о чем нам хочет сказать игра. Тут вообще еще отдельная целая лока. Вы это совсем что ли?
О, колодец. А ш... Извините, а с колодцем что не так? А, тут колодцы какие-то... Тут вообще как-то все это непонятно. Куда можно пройти, куда нельзя пройти. Я... Так, сейчас пытаюсь понять. Вот сюда заходится, не заходится? Ёлки! Не-не-не! Не надо! Я не хотел! Твою за ногу! Осадная машина! А можно нет? Ах! Офигенно! Офигенно, блин! Я чё, в Horizon попал вам, что ли? Попасть можно только в лицо. Он телевизор выпустил. Ай. Не-не-не-не! Не-не-не! Магия! Ёлки! Я чуть-чуть накопил себе магии, но это как бы до задницы все. Ай! Больно! Попал. Ну ему до лампочки то, что я там попал, не попал. Ай-яй-яй-яй-яй! И как? Что? Где? Нет! Погоди! Я себя не вижу! Выстрелить я в него ничем не могу. О, появился хоть один выстрел. Так, он делает три шара, он вызывает телевизоры. Шары идут нафиг. О, вот! Интересно, это считывается вообще? Нет, может оно как-то сбивается. Вообще не выглядит, как будто его атаки сбиваются. Ему, по-моему, в принципе насрать на все, что здесь происходит. Я понял, камни он не прошибает, хорошо. Угу, да, до свидания. Я там потерял какие-то деньги, но на самом деле мне плевать, потому что... Туда я сейчас не пойду. Спасибо, но нет. Так, у нас есть портал прямо к нему. Вот он. И сохранялочка прямо у него. Я думаю, что на этом будем заканчивать. После этого посмотрим. Я, наверное, еще не готов. У меня 72 монеты. Я хочу сначала полностью прокачаться. Очки выносливости, очки магии. Все это сделать. Я не знаю, чем мне это поможет. Он меня все равно убьет. Эта тварина огромная. Я не знаю, как я его буду бить. Но может быть, я где-то достану еще атаку. Надо будет походить по старым могилам героя. Нужно будет походить по старым локациям, пооткрывать все вот эти вот серваки, где что можно, не знаю, может быть, часть я, наверное, сделаю за кадром, чтобы одни и те же места, ну, если ничего нового происходить не будет, то тогда это на запись не попадет. Если будет происходить что-то новое, что-то интересное, то, естественно, конечно, я все запишу. А пока что спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем молодушек, всем покеда.